Видео подготовлено online-gdz.net. Задание номер 28-24. Нужно найти значение выражения А. 3х минус 5у умноженное на произведение разницы 3х и 5у, умноженное на сумму 3х и 5у, это будет иметь значение. Это у нас формула разности квадратов, поэтому это будет 9х в квадрате минус 25у в квадрате. Б. 7а минус 8b умноженное на 7а плюс 8b, это будет 49а в квадрате минус 64b в квадрате. В. Произведение разности 13c и 11d и сумма 13c и 11d равно 169c в квадрате минус 121d в квадрате. Г. Произведение разности 8m и 9m и сумма этих чисел равно 64m в квадрате минус 81n в квадрате. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.